Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило очередной телефонный разговор солдата оккупационной армии с семьей. Оккупант жалуется на тяжелую ситуацию на фронте и сообщает, что собираются отступать. Военный напомнил, что 202-й полк пешком отступал из Балаклеи в сторону Луганска, и половина полка попала в плен. Он также отметил, что не имеют нужного обмундирования, бронежилетов и используют каски 45-го года. Ага. Что там у вас обстановка какая? Не знаю, на чемоданах сидим. А что, будут куда-то отправлять? Нет, будем отступать, наверное, убегать. Хорошо, тут мало. Вон 202-й полк под Балаклеей был. Ушли в Луганск, отошли. Отправили. Вывезли. А половина в плен попала. Так вас, может, на машине будут вывозить, да? Так на машине пешком пойдем. Ты что? Те в Балаклеи пешком отступали до Луганска, ушли. Своим ходом. Убегали. Кто тебе повезет, ты что? Все побегут. На бронежилеты есть у вас? Да ничего у нас нет. Почему бронежилет? При чем бронежилет вообще? Сидим с касками стальными каких-то 45-х годов. Это позор. Вам хоть сказали, в какую сторону бежать? Никто ничего не сказал. Сказали на блокпост, а оттуда все пойдут куда-то.